Магаданский политехникум пополнят новым электронным оборудованием. Это позволит обеспечить высокую степень внедрения интерактивных технологий в обучение. В рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» студентов и преподавателей обеспечат рабочими местами с компьютерами, электронными планшетами, проекционной техникой и интерактивными досками. Всего оборудуют 15 мест в Магадане и 15 мест в Вольском филиале техникума. Для обучающихся уже подготовлено несколько программ по специальным дисциплинам, где предусмотрена работа в цифровом электронном формате. В рамках нашего проекта образования, то есть в Магаданском политехникуме было выделено средства в объеме 2 300 000 рублей для приобретения оборудования для комплектования цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях. Если фактически брать, то это планшеты с проекционным оборудованием, с интерактивными досками, с колонками, с ноутбуками для преподавателей, для того, чтобы осуществлять именно образовательный процесс в сетевой форме, в группе. То есть не так, что студенты просто выполняют как бы только отдельные задания на компьютерах, это было удобно им. Новое оборудование послужит на пользу как студентам узких специальностей для создания проектов в таких программах, как AutoCAD, так и на общую пользу преподавания основных предметов. Также цифровое оборудование получат гимназии 13, 24 и 17. Всего на реализацию программы «Цифровая образовательная среда» из бюджета всех уровней запланировано выделить более 16 миллионов рублей.